заинтересовал купольный дом лет 8 назад. 8 лет назад я им заинтересовался, так как это ноу-хау, которое, в принципе, дешевое по строительству и, соответственно, очень такое благоприятное для проживания. То есть экономическая составляющая. Люди строят, денег стоит материал дорогой, дерево, железо, камень дорожает с каждым днем. Смесь осталась, в принципе, удорожание 10% в год не сильно сказывается на затратной части. Стабильность присутствует, какая-никакая, по крайней мере, в сметной документации. Прошу вас не пропускать момент лайков, подписывайтесь, дабы этот канал создан для взрослой аудитории людей, и, в принципе, обо всех проблемах, связанных со строительством на 3D-принтере, мы стараемся рассказывать, не скрывая никаких моментов. Также, не имея строительного образования, можно построить дом при помощи самого наипростейшего принтера, работающего по трем осям. Может возвести себе строение, вполне пригодное для проживания 4 членов семьи. Не одноэтажное, а даже двухэтажное. Также у нас стояла передо мной задача использовать новейшие материалы, такие как композитные перекрытия, композитная арматура стекловолоконная, значит, жидкое стекло для становления скорейшего смеси. Вот. Все это дело прорабатывалось, подбиралось разными заводами, изготовителями. Как говорится, построив одноэтажное здание, я понял, что это успешно, а построив двухэтажное здание, я сказал, что это возможно. Вот. И, в принципе, могу сказать, что обучаем любой человек, который хочет строить собственными руками свое собственное жилье. Проекты поддаются работе с проектными бюро. Вот. Дизайнеры делают хорошие макеты. Вот. С мебелью тоже никаких проблем. В принципе, электроэнергия и отопление экономится, так как там присутствует и второй свет, и по физике энергопотребляемость данного дома в виде отсутствия углов, она не настолько велика. То есть для обогрева 150-квадратного дома достаточно там 3-4, максимум 5 кВт, все зависит от количества комнат в данном доме и расположения вентиляционных систем. Если сравнить с обыкновенным квадратным домом, то у него от 7 кВт, как говорится, энергопотребляемости. То есть быстро, недорого и, соответственно, не имея специального образования, можно построить дом, который, в принципе, не имеет стен. Имеет только крышу и имеет только пол. Пол может состоять из наливного фундамента, ленточного фундамента, просто легкой плиты. То есть, ну, всякие возможные есть варианты, все зависит от того, двухэтажный это дом, несколько домов на плите каскадных, и либо же это одноэтажный дом, самый простейший. 3D принтер загружает. Тут вот смеси. Все, такой дом получается. 9 метров. А вот это 6. Что касается перекрытий, это то, на чем у нас основывается второй этаж. Заложили мы его на этапе печати. Так же, как и армирование между простеночного пространства, скрепляющего оба купола вместе, две стены. Вот, мы заложили перекрытие на этапе строительства печати второго этажа. Значит, у нас это перекрытие из композитного материала, оно сквозное. С нацелом на то, что у нас получится еще залить балкон, вот, с наружной стороны купола, так как купола у нас каскадные, будут построены три в ансамбле с одним большим двухэтажным и два маленьких, значит, хозяйственный и бедрум для глав семьи.